Добрый вечер, друзья! С вами по-прежнему я, Ли Супер Дизет, и сегодня у нас карьера за Мюнхенскую Баварию, а потом уже после нашей карьеры мы сыграем первый запуск игры о сноубординге и лыжном, и о парашютном спорте, и о лыжном спорте, игр на лыжном спорте Steep. Игра, которая... Steep — это игра, хедлайнер, главный хедлайнер PS Plus в январе на сегодняшний день. Сегодня мы начнем игру с типа несколько позже. А пока у нас карьера за Мюнхенскую Баварию, где будут три максимум, ну или два наиважнейших матча за место, два наиважнейших матча, чтобы набрать какое-то количество очков сегодняшних в этом чемпионате и в чемпионате Германии, в Лиге Чемпионов. Так что я сейчас пойду за кепкой и за водой. Ждите. Итак, мы начинаем нашу программу с того, что я представлю вам карьеру за Мюнхенскую Баварию на сегодняшний день. Итак, соответственно, мы с вами продолжаем карьеру матчем с Фрайбургом. Матч с Фрайбургом станет наиважнейшим. Как и два последующих матча. 23 очка у Мюнхенской Баварии. Кстати, обратим внимание на таблицу. Бавария 23 очка, Дортмунд 16 очков. По 16 также у Штутгарта и Герте. 15 у Мюнхенгладбахской Боруссии. 14 очков у Шальки и РБ Лейпциг. Дальше у Аугсбург 13 очков. 12 у Майнца, 11 у Ливеркузенского Байера. 11 также у Вольсбурга и Хоффенхайма. 10 у Франкфурта и Айнтрахта из Франкфурта. 8 у Вердер Бремена. У Бременского Вердера. Фортуна Дюссельдорф 8 очков. Нюрнберг 7 очков. Они предварительно проходят переходные матчи. Фрайбург имеет 6 очков. Ну и 5 очков у Ганновера. Которые, вот два эти клуба, они идут на вылет во вторую Бундеслигу, а один в переходные матчи. Интересно, кто из них выиграет переходной матч, пока неизвестно. А пока мы играем матч Мюнхенской Баварии с Фрайбургом. А вот бомбардиры. 8 голов в 9 матчах забил Роберт Левандовский. Для Роберта это 10-й матч будет в его карьере. Горецко 8 мячей, Джезус 8 матчей, забил 5. Также в матче, в 8 матчах забил 5 Габриэль Джезус. Соломон Калу 4 мяча в 9 матчах. Давид Алаба 3 мяча в 9 матчах. Робин 2 мяча в 8 матчах, но он пока отдыхает. Но пока дальше мы не видим никого. Ди Санта 3 голевых пасса и 4 голевых паса, 3 у Левандовски, 3 у Дариды, 3 у Камана, 3 у Джезуса, 2 у Робина, 2 у Горецки и Кимиха, и 2 паса у Ренату Санчеша, выходящего на замену во втором тайме, как бы. Нойер и Сомер, 4 сухих матча, в 6-9 матчах одна. 4 сухих игры в 6-9 матчах одновременно. Желтые карточки. Вот у нас будет такая нестыковка, если 3 раза подряд ты это делаешь, что
тебе дают карточку, ну или два раза подряд ты делаешь. И дают тебе карточку, и пропускаешь следующую игру. Гюнтер, 4 карточки у Фрайбурга, он пропускает, по-моему, эту встречу. Байер, Мойсандер, Кадерабик, Павар, Вицель. Павар 3 карточки, Павар 3 карточки, он последний, кто делит второе место со всеми тремя игроками, получившими желтые карточки. Две желтые карточки у Вицеля, Драговича, Платенхарта, Родео, Штролика, Чендлера, Классена, Вильямса, Хайнца, Гинтера, Кемпфа, Рэбича и Стирлина. Хьютон, Вент, Барретто, Шурман, Пищик, Данце, Хасебе имеют по одной желтой карточке. Красные карточки, вот это нас больше интересует. Бендер. Одна красная у Тверта, у Шипки, Лаца, Корба, Сара, Лоботки, Вендела и Мафео. Одна красная карточка. В различных матчах она была получена. Мы продолжаем нашу карьеру матчем с Фрайбургом. И прямо сейчас мы с вами этот матч и покажем. Теперь, что касается формы. Дополнительный пускай сыграет Фрайбург. Состав Баварии на ваших экранах. Ангер фон Хауенштейн. Арбитр встречи. Состав Баварии. Мануэль Нойер может отыграть пятый матч. Вратарь на воротах Мануэль Нойер. Защитники в центре Гумельс, Буатенг. Слева-справа Алаба, Кимих. В опорной зоне действует Корентен Толисо. Перед ними действуют команд Санчес и Родригес. И в атаке играют Джезус и Левандовски. Схема 4-1-2-1-2. Схема 4-1-2-1-2. Теперь новости о голах. Дортмунд играет с Вольфсбургом, Мюнхенгладбах с Дюссельдорфом, Шальке с Ганновером и Майнц с Бременским Вердером. Настройки контроля нам нужны. Вот в этот момент удара все выключено вот здесь. По крайней мере, выключено. В 15:30 начинается игра. И мы выходим на поле. Запоминайте имя арбитра Ансгар фон Хауенштейн. Это арбитр, который обслуживает матчи, вымышленный арбитр, который обслуживает матчи Бундеслиги. Ну что, давайте смотреть, что принесет нам этот матч. Битву за золото или битву за ничто. Вот разминающийся игрок у Баварии. Вот Альянс-арена в Мюнхене. Прекрасная совершенно арена, где играют и Бавария, и непосредственно другой клуб из Мюнхена. Мюнхен 1860. 1890, я правильно понимаю. Как называется? Вот лучшее нападение. 30 мячей в Баварии, 15 в Боруссии, по 13 в Шальке, Штутгарте и Герте. У Баварии, кстати, лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Плюсовая разница весомая. Итак, состав Фрайбурга нам должны показать. Пока вы видели то, что я сказал, это состав Баварии. Состав, причем, довольно-таки интересный. Запасные Мюллер, Горецко, Мартинс, Рибери, Робин, Сули и Донарума, запасной вратарь. У Баварии итак состав Фрайбурга. Шволо в воротах первый номер. Защитники Гюльдер, Хайнц, Стензель и Регини. Полузащиты играют Рацина, Гондор, Франц и Джейсон. И в нападении играют Питерсон и Нидерлехнер. Запасные Флекин, вратарь, Гюнтер, Хабер, Холлер, Кох и дальше те запасные, которые вы видели на своих экранах. Итак, начинает первый тайм принимающая сторона. Мюнхенская Бавария.
Кстати, вы обратили внимание, мы заменили мяч премьер-лиги на стандартные мячи, которыми играют в Бундеслиге. Это Дерби Стар. Ну что, поехали! И первый матч, и матч с Фрайбургом начинается с первого же отбора мяча. Ренато Санчеш, Гюльден, Ватрагини, Гондорф, Тарацино. Вот Кими поворолся в отборе мяча. Левандовски. И забежать бы Габриэлю Джезусу сейчас. Вот он не забежал, а тут Гондорф пытался. Недар Лехнер. Пас не удался на Камана. Пас. Левандовски. Где-то обратно на Камана. Первый удар по воротам. Толисо. Пробил в ноги по физиономии. Кому-то так случилось. Алаба, навес на Родригеса Хамеса. Никто не ждал передачи, в особенности Габриэль Джезус. И вот, что мы видим. Защитники постарались. На славу. Тарацино на Регини. На Гондорфа идет передача. Петерсон. Тарацино. А вот Кими молодец. Валбери постарался. Левандовски. Хамес Родригес. Чтобы подать штрафную. Нет, никого не оказалось. Не оказалось вообще никого. Левандовски не очень уверенно дает передачу. Центральный круг. Там Толису здесь. Но Петерсон на месте. Стоит пока в отборе. И в обороне поработал, кстати. Буатенг. Против Тарацино. И молодцом полузащитника Мюнхенской Баварии Кантон Талисса совершил этот отбор. Нидер Лехтер. Ботанг. Родригес. Здесь Алаба. Нидер Лехтер. Удар по воротам мимо. Удар за рот в исполнении Мануэля Нуэра. В дополнительной форме играет в красно-синей форме играет красные футболки, синие трусы в Баварии. Полностью бирюзовым с фрагментами черного играет Бавария. Ух ты! Габриэль Джезус! Играет Фрайбург, извините. Но тем не менее, вот Габриэль Джезус, вот забил он свой первый мяч. Ну, далеко не первый, а шестой мяч в Бундеслиге. И посмотрите, какую паузу он выдал ударом головой. Шволоу не дошел до этого мяча. И вот не дотянулся до мяча Шволоу. И вот молодцом Габриэль Джезус. Молодец, кстати говоря. Шестой гол в Бундеслиге у Габриэля Джезуса в 10 матчах. В 10 матчах он как бы черновой работой занимался. А вот, пожалуйста, Габриэль Джезус забил. Гол, соответственно, случился у Баварии. А вот Петерсон на Тарацино. Против него Кимих успешно. Но не совсем так успешно, потому что... И угловой. Первый угловой в этом матче. Пока разминается вот здесь Донарума. 6 голов, 10 выступлений у Габриэля Джезуса за Мюнхенскую Баварию. Вот такими темпами может стать топовым игроком Баварии хотя бы в будущем. Франц подает угловой. Не удается нанести удар. Толису на Левандовски. Хорошая передача. Нет, не передача не удалась. Регини на Тарацину. А вот свисток для Кимиха. Это штрафной. Штрафной, причем такой нелипенький. И минус кадр уже пошли. Между прочим. Посмотрим, что принесет этот штрафной в пользу Фрайбурга. И сам пострадавший мяч останавливает, судя по всему. Джейсон.
Навес штрафную. Выбили. Выбивают из штрафной площади. Из штрафной площади выбивает Бавария. И вот что мы видим. Мы видим, что Габриэль Джезус пошел в штрафную, но отобрали защитники. Получается ответная контратака у Баварии. Сможет ли Габриэль Джезус поставить его передачу в себе в копилку? Нет! Это не проходит. Алаба отдает через тылы на Кимиха. Не удается Кимиха нанести пас. Ренату Санчеш с мячом. Ренату Санчеш. Санчеш. Передача. Коман попадает в перекладину. Родригес. Санчеш. И пас навесной не удался и уходит в другой команде мяч. Толиссо может играть через тылы на Хумельса и назад на вратаря. Вот Нойер. Хорошую передачу выдал. Какую хорошую передачу головой отдал игрок Баварии. Правда, вы не заметили, кто это, но четко было видно, что это был Кими. Или Леонардо Санчеш. Санчеш. Не удается нанести вовремя удар. Одна попытка уже не засчитана. Габриэль Джезус прессингует вратаря. А в это время вратарь Шволо с 11 метров бьет вперед. Кимих. Толиссо. Санчеш. Левандовски. Хорошая передача, удар, и это 2-0. Брэнд Джезус забирает себе в копилку и седьмой мяч в 10 матчах. И седьмой мяч. Дубль у Габриэля Джезуса. Дубль. Посмотрите внимательно на этого игрока и попробуйте догадаться, что не на трансферном рынке все это решалось. А именно на поле. Смотрите. Носком пробил фактически. Носком пробил. С носка пробил Габриэль Джезус. Это седьмой мяч в 10 матчах. Седьмой его мяч. И он на второй позиции должен быть, как мне кажется. Пока Левандовский только впереди. Франц. Не удается пока толком нести атаку Фрайбургу, чтобы счет стал 2-1. Но этого мы не допускаем. Мануэль Нойер красавчик. 69 на 68% передач. На обе команды разница всего лишь 1%. В скором времени он улучшится. А здесь что у нас? 3 минуты добавляет Ансгар фон Хаунштейн. Проблема для защиты. 66% реализация. Один удар по воротам, один удар в створ, два удара в створ ворот. И Шволоу будет бить от ворот сейчас с 11 метров. Что хочется сказать по этому первому тайму? В принципе, Бавария атаковала, но у нее два шанса реализованы. А вот у Фрайбурга штрафной реализовать не удалось. Который вы видели прямо вот на наших с вами глазах. Ансгар фон Хауэнштейн вскоре может дать свисток об окончании первого тайма. Хороший пас на Камана через соперника. Удар Камана. И можно выбивать. И свисток передает Ансгар фон Хауэнштейн. После первых 45 минут 2-0 в пользу Мюнхенской Баварии. Дорогие друзья, это просто громилово. Чистое громилово. На Альянс-арене. На родном поле мы должны громить Фрайбург. 2-0. Итак, Майнц проигрывает Бременскому Вердеру 1-0. Шальке Ганновер 0-0.
Мюнхенгладбах, Дюссельдорф 1-1. Вольфсбург, Боруссия Дортмунд 1-1. Пока виртуально Дортмунд и Вольфсбург набирают по одному зачетному очку. Мюнхенгладбахская Боруссия и Фортуна Дюссельдорф по одному зачетному очку также набирают. Три очка набирает Бременский Вердер. Также по одному зачетному очку набирают Шальки и Ганновер. Если вдруг так случится. А мы продолжаем наш второй тайм. Самое время произвести общие сведения. Зайти в общие сведения. Трацену имеет травму. Маленькую такую травму на 27 минуте. Пока без учета замен. Без учета замен. Проговорим вам составы команд. Мануэль Нойер в воротах. Первый номер. В защите играют Джошуа Кимих, Жером Буатенг, Мац Хумельс и Давид Алаба. Я называю их без позиции, просто защитники. Перед ними действуют Корен Тентулис, Ренату Санчеш, Кингсли Коман и Хамес Родригес. В атаке играют Роберт Левандовский и Габриэль Джезус у Мюнхенской Баварии. Денжел Полк, главный тренер домашней команды. Александр Шволов в воротах у Фрайбурга. Первый номер. В защите играют Паскаль Стензел, Доминик Хейнс, Мануэль Гюльде, Васко Регини. Перед ними действуют Майк Франц, Жером Гондорф, Джейсон и Марко Тарацино, имеющий травму на 20-х минутах встречи. В атаке играют Флориан Нидерляхнер и Нильс Петерсон. Это состав без учета замен. Ну что ж, а мы продолжаем. Продолжаем нашу игру. Что-то пока не видно, чтобы были замены. Пока мы не видим, чтобы были замены, но мы это с вами и предвидели за это время. Гондорф. И второй тайм, кстати говоря, начинает Фрайбург. Кимих. Не такую передачу, как Синечку щелкнул. Тарацино. Передача на Джезуса. Не удалось продавить таким вот макаром игрока Фрайбурга. Джейсон. Ошибается Джейсон при выборе позиции в атаке. 18 касаний мяча у Нильса Петерсона. Ни одного пока забитого мяча. Пока 0% реализации. И самое время произвести удар от ворот. Вызывает партнера Мануэль Нойер. Отдает Мацу Хумельсу дальше. Хумельс отдает команду не очень удачно. Стензель. Франц. И Алаба. Молодцом. Родригес. Следующая встреча у Фрайбурга с Майнцем. В Бундеслиге. А наша следующая встреча с Айком будет. С Айком из Афин. Судя по всему. В Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионской кампании. Удар Нойер тащи. Гондорф. Регини Петерсон. Кумельс. На Контенту Лисо. Габриэль Джезус бежит вперед. Нужно оформлять хитрик. Хитрик нужно оформлять. Нет. Пробил в руке Шволов. Франц уходит с поля. На место приходит 19 номер. Это... Давайте посмотрим, кто... Первая замена у Фрайбурга. Хаберер. Хаберер вышел на поле. Удар головой. И Швола на месте. Удар пока не получается Жерому Буатенга толком. Передача на Левандовски. Свисток и нарушение правил. И это штрафной. Джошуа Кимми будет бить. Вытащил! Как он мог вытащить? Как мог вытащить Шволов в такой ситуации? Мы просто пока не поняли. А мяч-то летел очень хорошо. Слету бьет Габриэль Джезус. Габриэль Джезус пробил слету, но это не тот удар, на который он рассчитывал. Вытащил Шволова это штрафной. Давайте, кстати, обратим внимание на повтор. На повторе мы будем прекрасно видеть вот эту вот попытку. Так, сейчас с орбитальной камеры все это увидим. Вот Йосуа Кимих.
И вот его попытка удара. Стенка не встала как надо. И вот вытащил вратарь Шволову. Шволову вытащил. А для попытки атаки нет никаких предпосылок в итоге. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем игру. И Петерсон в атаке. Подает не точно. Вот Нойер молодец, молодцом. Пятый сухой матч в истории Мануэля Нойера. Пятый сухой матч в Бундеслиге в этом сезоне. И в пятый раз в чемпионате Германии он может вытащить сухой матч. И обогнать по этому показателю вратаря Фрайбурга. Ботенг. Это Санчеш. Роберт Левандовски. Родригес Хамес. Но его можно было заменить. Кстати, мы можем произвести замену по позиции. Хамес Родригес устал. Устал Хамес. Набегался. Набегался в итоге. Хамес Родригес. И самое время его перевести на Томаса Мюллера. На позицию центр-форварда. Правда, он будет играть в атакующем... В атакующей полузащите. Свистка нет. И можно выбивать. Замена у Баварии. Томас Мюллер выходит вместо Хамеса Родригеса. Аплодисменты вручаются игроку Баварии. А вот у Фрайбурга Юрий Краве на место Марка Трацина выходит. Посмотрим, как проявит себя Юрий Краве. Юрий Краве в этом матче. Джезус. Удар не совсем понятный. Вот угловой. Или что это? Да, угловой. Пенальти не назначил арбитр. Арбитр не назначал пока пенальти. Кимих на подаче. Мюллер навешивает головой. Нет. Не получается. Джезус, удар. Неточный удар у Джезуса. Переиграть надо Гульде. Джезус, и вот еще одна замена у Фрайбурга. Третья и последняя замена у Фрайбурга. Люкас Хойлер на место Нильса Петерсона. Замена по нападе, по игре в атаке. Девятый номер на место 18-го. Так что можно спокойно сказать, что замены все произвел тренер Фрайбурга. Команда не получила передачу. Кумельс. Турисон. Какая неточная передача в сторону Джезуса. Надо Левандовски, кстати, заменить. Пока, естественно, никто не спешит за этим подобным развитием событий. Нидерляхнер пробил в руки Нойеру. Левандовский устал. Устал Левандовский. Нужно собраться. И вал выходит мяч. Самое время... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Самое время произвести замену. Произвести замену. Да, кто у нас? Лен Горецко. Меняем местами с Мюллером. Горецко в центральную полузащиту пойдет. Ну, непосредственно Хави Мартинес пойдет туда. Двойная замена. Лен Горецко и Хави Мартинес вместо Роберта Левандовски и Карантена Талисса. Аплодируют и Талиссо, и Левандовски. Соответственно, замена произведена на 82-й минуте встречи. Санчеш подает. Из аута. Горецко. Начинает внести Камана. Через зону играет на Джезусов. Как ускорился Джезус. А пенальти вы поставите, господин арбитр? Ну там же не в мяч сыграно. Трибуны недовольны.
Отвечать надо. Надо отвечать арбитрам. Надо отвечать арбитру фон Хаунштейну за то, что он сделал. Удар низом и неудачно. Фрайбург будет подавать этот ворот. Шволоу будет бить от ворот с 11 метров. Даже можно сказать с угла вратарской. Горецка. Не очень удачно. Ансгар фон Хаунштейн добавляет ко второму тайму. Сейчас посмотрим сколько. 3 минуты. 3 минуты. Джезус неудачно. Джезус снова с мячом. И весь, как скажем так, все фланги отдаются на откуп тем или иным игрокам. И они уж его откупают. И все на этом. Со счетом 2-0 побеждает Мюнхенская Бавария. Мюнхенская Бавария побеждает в этой игре. Пожимают друг другу руки тренеры обеих команд. И, соответственно, вот тот человек, который пробился штрафного, но правда попал сейвом от вратаря. А дальше у нас следующий матч Лиги Чемпионской кампании. Джезус, 19-я, 40-я минута. У Фрайбурга никто пока не забивал. Ну что, посмотрим. Давайте посмотрим сейф Александра Шволоу. Дальше мы не видим никаких опасных моментов. Продолжаем. 2-1 Вердер Бремен Майнц. 0-0 Аугсбург Нюрнберг с первой минуты матча. Шальке Ганновер 1-0. Мюнхенгладбах Дюссельдорф 2-1. И Боруссия Дортмунд. И сейчас в отличной форме. Так что спасибо за доверие, босс. Благодарим и Хамеса Родригеса за эту замечательную реплику. Лесную реплику. Итак, культ. Критикуем культа. Итак, у нас игра против Айка из Афин. Затем у нас будет игра с Дортмундской Боруссией. Наиважнейшая игра за 3 очка в чемпионате Германии после игры с Айком. Продолжение победной шествия. У Данжело Полка, кстати говоря, мы не обратили внимания на статистику по карьере. Крупнейшее поражение 1-0 против Барселоны. 6-0 против Хоффенхайма. Крупнейшая победа. Рекордная сумма трансфера 75-400. Всего заработано 1 272 000. 272 000. 278 000. За этот сезон в Бундеслиге успех будет чемпионством. Одно поражение только было с Барселоной. 17 побед, 2 ничьих, 1 поражение. Разница забитых пропущенных мячей 55 на 13. Получается 42 мяча. Разница 42 мяча. Ну посмотрим. Один клуб у нас в карьере. У нас один клуб в карьере. И мы продолжим как бы за другой клуб играть. Но уже не за этот, а за другой клуб играть карьеру. В 2020 FIFA. FIFA 2020, как только она выйдет, вместе с видеоассистент рефери, вот эти вот всеми историями и так далее. Кстати говоря, на Кубке России, начиная с полуфинала Кубка России по футболу этого сезона, будет внедрена система видеопомощи арбитрам. Уже в некоторых чемпионатах ввели систему видеопомощи арбитрам, а в АПЛ и в Лиге Чемпионов... Это главный ориентир, еще пока не вводили. Но, может быть, ведут, начиная с этого сезона. Начиная с середины этого сезона уже. Ну, в общем, ладно, не будем.
Итак. Итак, что у нас в октябре такого творилось? Роберт Левандовский признан лучшим игроком месяца. Клуб постарается взять 3 очка и выйти в следующий раунд по итогу матча против клуба АЭК. У нас автоматическое... Если мы автоматически выигрываем у АЭКа, то мы набираем 12 очков и проходим дальше. Ну что ж, играем. Играем матч против АЭКа. Матч против АЭКа считается наиважнейшим матчем в истории клуба. Ульрайх пока в резерве. А Донарума еще ни разу не сыграл. Поэтому команду мы сейчас поставим на позицию, где будет играть обычный Рибери Франк. Правый полузащитник Арин Робин будет сейчас. Центральный полузащитник Леон Горецко выйдет на поле. Отдохнет пока Хамес. Отдохнет Хамес, отдохнут сейчас и Томас Мюллер. Может войти в игру и Мартинес. Томас Мюллер пока может отдохнуть, а дальше, я думаю, посмотрим. Итак, состав Баварии на момент игры с АЭКом. Нойер, ворота, первый номер. Хумес, Буатен, Кимих, Алаба. В защите перед ними действуют Толису, Горецкая, Рибери и Робин. Джезус Левандовский на позициях нападающих. Эриберт Альмайер. Арбитр встречи. И мы начинаем игру. Кстати, надо записать фамилии арбитров, которые нам должны пригодиться в игре в некоторых играх. То есть список арбитров можно почитать и на каком-либо сайте. Так, начинаем. Начинаем игру. Итак, в дождь играют на арене в Баварии. На арене в Мюнхене. Итак, Альянс Арена в Мюнхене. Бавария АЭК Афины. Ну что ж, друзья. Вот такой вот предматчевый расклад. Силу мы еще увидим состав АЭКа. Я думаю, мы с вами это покажем. А пока вы видите 19 номер. Это Дмитрий Чигвинский, судя по всему, который поиграл в Шахтере и в Барселоне, судя по всему. И играет в Гимн Лиги Чемпионов. Итак, пожимают друг другу руки обе команды, традиционно рукопожатие обеих команд, и прямо сейчас составы на ваших экранах сейчас будут производиться. Нам нужно их показать. Вот еще раз перформанс от игроков Баварии, для болельщиков Баварии. Запасные нам сейчас покажут, тренер Данжел Полк. Запасные Донорума, Сули, Мартинес, Родригес, Миллер, команд Санчеш. И вот схема 4-1-2-1-2. Самая привычная схема тренера Данжело Полка, в отличие от тех же 4-3-3. Или 5-3-2, например. Состав АЭК Афин. Василиос Баркас, ворота, первый номер. Андреа Шимоеш, Марк Левая. Дальше увидите запасных. Синотес, Бакакис. Чигринский, Кошич. Галу, Хульт, Симош, Моран, Бакасетес, Мантолос, Дианетес и Левая. Запасных вы уже видели. А первый тайм начинает принимающая сторона. Мюнхенская Бавария.
Итак, первый тайм начался, и, соответственно, Ален Робин будет бежать против Хюльта. Хюльт ушел от Хюльта точно как от стоящего. Удар. Нет, удара не последовало здесь. Энтенталису удар. И первый угловой. Первый угловой на второй минуте матча. Этот первый угловой может посчитаться вот таким вот успехом для Баварии. Итак, вызывает партнера Франк Рибери. И спасает вовремя у самой боковой линии. Удар какой! Это Давид Алаба. Давид Алаба ловит первый удар и сразу же забивает. Давид Алаба, 27 номер, открывает счет в этом матче. Самый быстрый гол. Самый быстрый гол в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. По-моему, на 3-й минуте это было. Смотрите, какой удар, какой удар. И не вытащил Баркас этот удар. Еще раз смотрим. Еще раз смотрим этот удар. Невероятный удар такой силы, что вполне объяснимо, претензии есть и у тренера Айка из Афин. 1-0 в нашей игре. Алаба выводит команду, выводит Мюнхенскую Баварию вперед. Талисса. Левандовский на Джезуса. Джезус бежит. И смещается в центр. Не ушел от фола. Не ушел от фола Габриэль Джезус. Нет. Не удается нанести атаку. Так. Робин. Манталос. Шимоэш. Здесь должно быть точнее. Макс Хуммельс борется с соперником. Алаба. Робин. Левандовский. Нет. Отбор мяча за Айком. Все возвращаются в оборону. Это уже не контратака. Контратака следует за Айком. Муран. Зарецка. Робин. Чигринский пытается противостоять Роберту Левандовскому, но это не вышло. Удар! И угловой. Угловой, да, нет офсайда. Нет, по-моему, офсайда у... Не было офсайда у игрока Мюнхенской Баварии, Габриэля Джезуса. Незаметно, правда, отпустил флажок. И был бы офсайд. Но пока это только угловой Баварии. Габриэль Джезус удар. И это от штанги. От сразу же, как выражаясь бильярдной терминологии, от борта в лузу. Габриэль Джезус. 2-0. Уже отыграть это преимущество Бавария не хочет. Айк не хочет, извините. Рибери пришел поздравлять и Ален Робин, и вслед за ним, похоже, Жером Буатен. Еще раз смотрим. Да, без вопросов был удар Габриэля Джезуса. Как же он легко и юрко пробил. Габриэль Джезус. 16-я минута. И 3 мяча в Лиге Чемпионов у него. 2-0. Отыграться теперь будет труднее Айку из Афин. Когда-то в нем играл знаменитый капитан сборной Греции Теодорос Загоракис. Знаменитый в те времена игрок Айка, который выигрывал со своей сборной чемпионат Европы 2004 года. Все мы прекрасно помним Ангелоса Христеса, Теодороса Загоракиса, Антониоса Никополидиса. Все мы прекрасно помним и Георгиоса Зайтаридиса, Украиноса Делоса и Василиоса Циатаса в те времена. Но это 2004 год был, так что не будем. Бакасетас. Бакасетас может отдать на Гало. Гало. Манталос. Если сможет и пробить. Нет, пока не могут пробить игроки Айка.
Видимо, сейчас Теодора Загорайтис, бывший игрок Аека, смотрит, видимо, этот стрим и думает, что же моя команда проигрывает. Левандовски. Быстро нужна дать передачу. И это 3-0. Какие вопросы к вратарю Аека? Никаких вопросов. Только претензии можно предъявить какие-то к этому вратарю. Почему он пропускает такие мячи? 3-0. И вновь Габриэль Джезус, четвертый мяч в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионской компании он, как всегда, надежен. Вот Габриэль Джезус. Гало пытался на противоходе обыграть, но это не получилось. Ну что, Габриэль Джезус, 27-я минута и 4-й гол в Лиге Чемпионской кампании. Преимущество весомое, весомое Баварии над Аеком. Монталос. 28-я минута, 3-0. Бавария впереди. Выносит мяч левая. Горецкий выносит мяч на Джезуса. Передача не удалась. Хюльт. На Монталоса. Мора. Гало. Левая. И офсайд у Левая. 10 номера офсайд. Побеждающим Звезде на 85% передач. 6% разница в пользу Аека из Афин. Итак, Хумельс будет бить. Пробил соперника. Шимоэш. Ботен. А дальше Монталос. Покасетас. Вот это сейф Нойера практически с ленточки вытащил. Хотя там гола не было. Не было там гола. Не было там гола. Итак. Ван вбрасывает мяч Аек. Бросит из аута Аек. И Бакасета с мячом. Дало. Левая. Бакасетас. И Нойер. Неудачный отскок. Монталос. Ударный вновь Нойер. Передача за спину всем. И можно спокойно догонять Левандовский этот мяч. Чигринский пытается противопоставить Левандовский. И он противостоял. Хёльд, Монталос. А пока мы видим Мурана. Левая. Давай с мячом. Бакас это не успевает. Опережает его Лаба. Робин. И вот Хюльт постарался в отборе. И 3 минуты добавляет арбитр. Арбитр добавляет 3 минуты. Кстати, нам не пишут, кто судья этой встречи. На этот момент. Хумельс, вот Моран. Левая. Бакасетас. Гало. И Нойер успевает за этим мячом. И свисток на перерыв. 3-0 после первых 45 минут матча против Аек из Афин. Чигринский недоволен этой ситуацией, так же, как и недоволен бывший игрок Аек, это Теодор Загорайтис, смотрящий, может быть, мой стрим. В общем-то, судя по его лицу, может означать неприличное. Приличные вообще слова. 1-1 в матче против матча ЦСКА Рома. 0-0 в матче Ювентус Манчестер Юнайтед. 2-0 Олимпик Лион Хоффенхайм. 0-0 Бенфика Аякс. И Виктория Полизнения Мадрид 1-0.
Бенфике нужно забивать хотя бы еще один гол. Аякс пока. Нужно забивать один гол. Аякс пока что-то притормозил. Итак, мы продолжаем нашу игру. Самое время произвести нам в общие сведения. Замен пока не видно. Соответственно, на уровень игры зайдем. И посмотрим составы. В воротах Мануэль Нойер, первый номер. В защите играют Кимих, Буатенг, Хумельс, Алаба, забивший быстрый гол на третьей минуте. Крентент Алиса перед ними действует. Перед ними действует Крентент Алиса, Арину Робин, Франк Рибери, Леон Горецкого. Так играют Роберт Левандовский и Габриэль Джезус. Василиос Баркас в воротах, первый номер у Айка. Родриго Гало, 12 номер. Урош Кошич, 15-й. Дмитрий Чигринский, 19-й. Никлас Хёльд, 23-й. Эрик Моран перед ними действует в опорной зоне. Дальше Андре Шимоеш, Анастасис Бакасетас, Янис Янотас, Янотиас, Петрос Монталос. И в нападении играет Марко Ливая. Ну что, второй тайм начинается. Интересно, как будет выглядеть игра, собственно, Мюнхенской Баварии. А свисток-то? А свистка нету, можно играть теперь. Удар Робина, он точно, 4-0. Вот это просто, как горилла сейчас празднует гол Арин Робин. Давайте смотреть, что произошло в этот раз. Гол состоялся. В итоге, вместо крупнейшей победы над Хофенхаймом, можно забить и Айку. 7 мячей. Вот Арин Робин на ваших экранах, отпраздновавший гол. Робин пока еще впереди. Не впереди в этой бомбардирской гонке в Лиге Чемпионской компании. Бакасетас. Анастасис Бакасетас. Кому же отдаст Анастасис Бакасетас? На Марку Левая. Тот цепляется зубами в Буатенга и не определил пока арбитр опасную игру. Удар, и Робин, и Нойер тащит. Алаба. На Рибери. Родриго Гало. 12 номер у Айка не справляется пока. Пока не справляется с Рибери, но испытывает какой-то огрех игрок Айка. Огрешную ошибку игрок Айка. В итоге Ваут выносит мяч, и первая замена у Айка. Вместо Эрика Морана выходит Константинос Галанополос. Константинос Галанополос выходит на поле вместо Эрика Морана. Это первая замена у Айка. Галанополос на Шимоеша. Галанополос на Янотаса. Пас назад на Хёльта. Искать он Янотас не стал. Вот Анастасис Янотас. Константинос Янотас. А вот свисток и штрафной. Это не пенальти, это уже лишнее актерство. Подыграли в атаке рукой игроки Айка. И самое время произвести удар с 11 метров. Свободный удар, то есть. От Хюльт на Янотаса. Янотас. Не отдает пока на Марка Ливаю. Горецка. Толиссо. Джезус. Вот Франк Рибери. С мячом. Передача не удалась. И удар с угла поля выполнять будет Мюнхенская Бавария. 6
Вторая замена. Петрос Монталас уходит. Астрид Айдаревич. Шестой номер. Уходит у Айка. Кимех подает угловой. Не удается нанести надлежащий удар кому-то из игроков Баварии. Талиссо. Надайджа. И вновь удар с угла поля. Выполнять его будет мюнхенская Бавария. Как они опасно разыграют это стандартное положение, давайте посмотрим. Не удается пока нанести удар Жерому Буатенгу. Алаба. Удар в центр штрафной. Знаешь, в центр штрафную дальше летел. Но пока это неудачно все происходит. Робин. А свисток. Свисток есть. Штрафной удар. Назначает штрафной арбитр в пользу мюнхенской Баварии. А бить его будет. Давайте посмотрим. Йосуа Кимих. Он не такой, правда, исполнитель штрафных, но сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть на деле. Кимих. Удар. Вытаскивает Баркас. Как в случае с Шволу, Баркас вытаскивает мяч на очередной сейв. Джезус. Нет, не получается пока удар у Джезуса. Айдаревич. Бакацетес. Айдаревич. Левая. Сможете отыграться. Айк из Афин. Правда, не получается ничего. И ошибку допускает игрок Айка. И удар от ворот. Тем временем, пока не видно, чтобы были замены у Баварии. Баркас. Начинается игра. Ну-ка, отними. Молодец. Горецко. Борется с соперником, но пока это мало оказало эффекта. И Вах вносит мяч. Футболист Айка. Вау, отбрасывает Алаба. Хумельс. Горецко. Вот передача не удалась. Айдаревич. Давай, Галанополос. Левая. Айдаревич. Вышли на замену в этой игре. Что же будет дальше? Нойер в порядке. В порядке пока Мануэль Нойер. И вбрасывает туда и швыряет мяч Рибери. А трибуна будут недовольны, потому что нарушений не было. Видимо, чисто сыграл игрок Айка. Горецкий удар и мимо. Нам самое время произвести первую замену в концовке второго тайма. Итак, что у нас по заменам? Ренату Санчеш выйдет вместо Карентона Талисса. Николас Суле вместо Матса Хумельса. И дальше Каман вместо Рибери. Все три замены мы можем использовать прямо сейчас. Итак, произведены замены. Камал вместо Рибери. Санчеш вместо Толиссо. И Суле вместо Хумельса. Горецко. Левандовский мяч на Джезуса. Горец удар поворотом мимо. 10 против 7 ударов поворотом в пользу Баварии. Замена будет в следующей паузе. Ваутин. Ушел мяч, просто будет Минск Бавария. Она уже просит, но ответной контратакой пока не удается Айку чуть приостановиться и начать свою атаку. Яньотас.
Филе против него. И гол престижа за Аяком. Гол престижа за Аяком. Я... Галанополос, 25 номер у Аяка, забивает первый гол. Как пропускает и Баркас, так пропускает и Мануэль Нойер в итоге. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше в этом матче. 4-1. Мы ждали, что Аяк забьет после такой ошибки. Санчеш, ух ты! Неудачный удар. Баркас. Ленинус и пас. Дальше Санчеш. Кинсли Коман. 4 минуты добавляет арбитр. Коман. В ноги пробит. Идут сейчас предпоследние минуты из 4 компенсированных, добавленных арбитром. Ошибается пока что при выборе позиции защитники. 2,5 минуты остается доиграть. Командам и игрокам, и тренерам нужно дать какое-то наставление. Джезус, можно забить и хотя бы последний в этом матче. Ну и угловой. Угловой, и сражается Бавария за пятый гол. Неудачная связка. Джезус. И на последний атаку не дал времени арбитр. И вот победа Баварии. Победа мюнхенской Баварии в четвертом матче Лиги чемпионов УЕФА выводит автоматически на следующий круг. Выводит автоматически в следующий круг мюнхенскую Баварию на данный этап турнира. В 1-8 финала выбирает Джезус формальный первой встречи. Ну и не остались без дела Алаба и Робин. 4-я минута, быстрый гол, и 47-я минута у Алаба и Робина по одному защитному голу. Ну что? Собственно, давайте смотреть вот этот розыгрыш по сету боковой линии Арин Робин. Вот удар Давида Алаба. Посмотрите внимательно. Дальше мы не видим пока опасных моментов. И мы продолжаем. Продолжаем нашу программу. 2-1. Москва. ЦСКА Москва. Рома. 1-1. Ювентус. Манчестер Юнайтед. 4-1. Олимпик Лион. Хофенхайм. Бенфика. Аякс. 0-0. А дальше нас с вами ждет наиважнейший матч. Наиважнейший матч с Боруссией. Так, надо похвалить Кристиана Пулишича, который перешел в Челси. Сократить зарплату игроков на 10 тысяч евро в неделю. Международный успех, это все есть. Краткосрочные. Так, но задачи пока не выполняются. Ну и пусть не выполняются, нам-то что. Итак, 26 очков у Баварии, 17 у Боруссии Дортмунд. Так что давайте мы сегодня... Вот экран подвижения состава давайте посмотрим. Так, подтверждаем состав сборной. Подтверждаем состав сборной. Итак, игроки отправляются в сборные. Почти все игроки отправляются в сборные. Некоторые из Германии, а другие вовсе в международные игры, товарищеские матчи. Ну что, наиважнейшая игра против Боруссии Дортмунд. И мы напоминаем, что 11-й тур у нас этого чемпионата. 11-й тур чемпионата. Вот 9 ноября сыграли и Герта, и Фортуна Дюссельдорф.
со счетом 2-1, 19 очков у Герты. Она нужно набрать 29 этих очков, чтобы быть по-прежнему лидерами в этом чемпионате. В чемпионате в Германии в Бундеслиге. 17 очков у пяти клубов. У Лейпцига, Red Bull Leipzig, Байер, Шальке, Дортмунд и Штутгарта. Борис Дортмунд и Штутгарта. 14 очков у Хофенхайма, 13 у Огсбурга, 12 у Вольфсбурга и Майнца, Айнтрахт, Франкфурт и Вердер Бремен по 11 очков, 10 у Нюрнберга, Фортуна Дюссельдорф 8 очков, 6 у Фрайбурга и 5 у Ганновера. 18 у Мюнхенгладбахской Боруссии, 19 у Берлинской Герты и у лидера сегодняшнего чемпионата у Баварии 26 набранных очков. Итак, Лига Чемпионская кампания. Лига Чемпионская кампания. Давайте посмотрим, что здесь. Что у нас здесь. В группе, по-моему, Е мы играем. 12 очков у Баварии. 7 у Бенфики, 2 у Аякса и 1 очко у Аека из Афин. Соответственно, Бенфика в случае третьей своей победы пройдет дальше. Аякс может противопоставить Аеку из Афин и выйти в следующий круг Лиги Европы с третьего места. В Лиге Европы что у нас? Что у нас в Лиге Европы дальше? Челси 12 очков, 4 победы. Лимерик пока проигрывает и вместе с Пауком эту стадию группового этапа. Так, центр трансферов, центр составов. Дер Класикер. Ройс против Левандовски. Дортмунд против Баварии. Боруссия против Баварии. Дортмунд против Мюнхена. Итак, на самом деле мы должны были с вами закончить стрим наиважнейшим матчем с Боруссией Дортмунд. Но мы решили... Знаете как? Знаете, что мы решили? Знаете, что мы решим? Давайте вот что мы сделаем. Сейчас на календаре у нас будет 10 ноября вот в этой игре. Дальше у нас будут матчи непосредственно европейской квалификации к чемпионату Европы. Фортуна Дюссельдорф следующий матч и матч с Бенфикой следом за этим. Дальше пойдут Вердер, Нюрнберг, Аякс, Ганновер, матч с Гертой в 1/8 финала и с Айнтрахтом из Франкфурта. Ну что, друзья, мы близимся к тому, что у нас будет зимняя дозаявочная кампания. Зимняя дозаявочная кампания, она закончится довольно-таки... Закончится она довольно-таки быстро. 31 января. Регистрационный период, вот эта летняя, зимняя дозаявочная кампания закончится 31 января. Потом все будет... Потом в феврале начнется матчи Лиги Чемпионов, 1/8 финала. До марта включительно 1/8 финала, затем март-апрель четвертьфинал, потом апрель-май полуфинал, и затем в мае-июне финал Лиги Чемпионов. Тоже состоится на Венде Метрополитано в Мадриде, на домашней арене Атлетико. Ну что, друзья, хотел бы поблагодарить вас за просмотр нашего стрима. Я надеюсь, что на сегодняшнюю минуту мы закончим этот стрим. Мы закончим этот стрим вывеской, предваряющей Der Klassiker. Боруссия Дортмунд против Мюнхенской Баварии. Итак, с вами был сегодня Super DZ. Спасибо всем, что поучаствовали сегодня в этой трансляции. До встречи уже завтра на стриме по Кайлии за Open Failures. Но предупреждаю, но небольшое предупреждение. Через несколько часов мы сыграем в Steep, в первый запуск игры. Я жду вас уже ближе к вечеру. Итак, до встречи уже через несколько часов. Первый запуск игры будет чуть позже. А пока мы на этом расстаемся. Мы расстаемся на какое-то время с FIFA до начала игры с Боруссией Дортмунд в Дер Классике. Итак, до встречи на стриме по Steep.